Добрый день! Это видео для Балабаш Иды, участницы конкурса «Соловьёв Арт Джаз», вторая младшая категория, 7-9 лет. Что могу сказать по поводу вашего выступления? Очень миленькая девочка, очень симпатичная, очень открытая. Но есть и были нюансы по поводу вашей интонации. Всё-таки, возможно, в силу я так себе думаю, я вас не знаю, и мы с вами как бы близко не знакомы, поэтому я себе так понимаю, что, возможно, вы не настолько долго занимаетесь вокалом, поэтому есть еще нюансы по интонации, по дыханию, по тому, как вы слышите гармонические, мелодические моменты произведения, да, нотки. Поэтому этим нужно позаниматься, немножечко подтянуть эти нюансы. И были концовки фраз, где вы очень много поете, практически каждая конец фразы, точка, была вот с такими, вот вы на одной ноте, вы ее постоянно на ней как бы ездите. Ну, может быть, это такие были задачи, может, это была такая идея вашего руководителя. И я бы, конечно же, тоже порекомендовала, посоветовала вашему педагогу немножечко отклониться более в джазовый репертуар. И, естественно, там есть другие принципы работы артикуляционно, по метроритму, по фразам, по пульсации, по синкопированному ритму и так далее. В зависимости от того, что вы будете брать, возможно, это будут несложные джазовые стандарты, адаптированные для вашего возраста. Они есть, потому что я тоже занимаюсь детками разного возраста. И я думаю, что в дальнейшем у вас будет все гораздо лучше. У вас и так все хорошо, но будет еще лучше. Поэтому вам силы, хорошего настроения и только вперед. Спасибо.